Посмотри на хромой да на кобыле, это наши сговори. Сговори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сговоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий соплинос и перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и по правде, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного.